Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше красить хорьх. Наносить буду сейчас базовый цвет. Базовый будет краска Tamiya XF60. А тент, чтобы покрасить, буду разводить XF60 с краской Mr. Hobby H80 Хаки Грин. И немножко добавлю белого цвета. Но это уже посмотрим в процессе покраски. Сейчас разведу краску. Краску буду разводить в пропорции 1 к 4. И наносить базовый цвет. Развел краску. Вот так вот она получилась. Хорошо разведенная краска должна без проблем стекать по краям бачка и не оставлять особого следа. Тогда она разбавлена правильно. Сначала задую салон. Предварительно нанес маски на одно из сидений. Теперь переходим в ускоренный режим. Thank you.
Закончил покраску. Вот на данный момент какой получился автомобиль. Покрасил тент. Цвет тента мне понравился. Потом немножко его еще по граням пигментами высветлю. И потом химией тоже придадим более интересный вид автомобилю. Сейчас дам подсохнуть базовому цвету. Просохнуть не менее 8 часов дам. И потом буду уже наносить камуфляж. Камуфляж буду наносить олив драп или олив грин. Посмотрю, какой цвет будет мне побольше нравится, такой нанесу. На этом серию буду заканчивать. Цвет автомобиля получился красивый, достоверный. С камуфляжем, конечно, будет смотреться автомобиль намного интересней. Ну, кому интересно, оставайтесь следить. Следующая серия скоро выйдет.
затягивать не буду с моделью. Дам просохнуть и продолжу дальше красить. Ну все, друзья, спасибо. Спасибо, что комментируете. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо, что поддерживаете канал. Всех благ вам и вашим близким, друзья. До новых встреч!